Но перед началом данного видеоролика рекомендую тебе подписаться на канал Фрингера. Данный парень начинающий ютубер по провинции, поэтому давайте его поддержим своей подпиской. Ссылочка на него в описании. Ну а мы приступаем к моему новому видеоролику. Погнали! Здравия желаю, уважаемые граждане провинции. На связи, как обычно, Флоди. Это рубрика Буни ДПС на третьем сервере. Приятного просмотра! Итак, ребята, рубрика Буни ДПС, думаю, вы все ее любите. Итак, начнем. Не буду долго затягивать сначала, мы сразу же пойдем искать первого нарушителя. Так, итак, ребята, вижу вот этот старый вот Мерсик 190. Погнали-ка за ним, если он у нас... А, у нас далековато. Да, давайте не будем тогда за ним ехать. Вот есть какая-то Субару БРЗ, поехали-ка за ней. Так, ребята, вот скорее всего и он. Это у нас Субару БРЗ, да? По-моему, да. Давайте-ка... Да, это у нас Иван Паскар, значит... Тормозим его. Он, значит, сразу же остановился. Молодец. Здравия желаю, гражданин. Можно взять ваши документики, проверка на наличие штрафов. Вы ничего не нарушали, но есть подозрение, то, что вы находитесь в базе штрафов. Вот. Ну, данное авто находится в базе штрафов. Еще раз повторяю. Ну, давайте-ка это проверим. Значит, ваши документики, гражданин. Проверяйте по номерам. Хорошо, хочет он по номерам, значит, проверю по номерам. Так, владелец машины Иван Паскар, это вы? Хорошо. Теперь, значит, вбиваем вас, значит, в планшет. Так, стоп. У него же только что были штрафы. Либо у него было штрафов так мало, то что я подумал, то, что там 111 тысяч. Блин, походу, я, наверное, не заметил. Но он, походу, уплатил штраф. Так, граждане, значит, у вас нету базы штрафа. Давайте-ка замерим у вас тонировку. Открывайте дверь свою, водительскую. А также включите фары, пожалуйста. Так, с фарами у вас все отлично. Теперь открывайте дверь, замеряем тонировку. Так, гражданин, вы знали то, что у вас тонировка как бы запрещенная? У вас 1% светопропускаемости. Соответственно, с статьей 243 КУК РП я имею вам полное право выписать штраф в размере 7000 рублей. Так, выписываем, значит, штраф. 269, 7000. Все, отлично, штраф я ему выписал. Вопрос еще имеется. Ну, значит, я ему выписал штраф за тонировку. Что-то, походу, я немножко затупил. У него там был штраф на сумму 11 тысяч, потому что если бы было там на 100 с чем-то там, то он не мог оплатить в телефоне. Ну ладно, продолжаем искать нарушителей. Егор Федоренко. И этот чел у меня в базе штрафов остался. Так, ну этот Егор Федоренко, походу, поехал где-то назад, поэтому мы едем туда. Так, это не он. Скорее всего, он. Это у нас 750-я бэха, и это у нас... Это у нас, кстати, по полям. Понимаю, уход. Ну, точнее, еще не уход, потому что я не кидал им бред. Так, ну хорошо, погони пока что нету. Пускай, типа, они выйдут с этих полей. Я, типа, вот сделаю вид, что я уехал. Пока что как-то я не вижу, чтобы они выезжали с полей. Да. И, блин, а что мне делать тогда? Да-да-да, это они, все. А все, все, останавливаемся. Здравия желаю. Можно увидеть ваши документики и проверка на наличие штрафов? Хорошо. А также, почему у вас авто такое вот побитое? Просто да, понимаете? Не, понимаете, это авто из Америки, дороги мы кривые. Его купили. Нет, это авто из Америки, понимаете, мы его купили, сейчас восстановим, а потом продадим, да. Это биток из Америки. Так вы понимаете то, что нужно было бы вызвать эвакуатор и затем его довести уже до СТО и там уже так как бы починить. Нету эвакуаторов, мы хотели. Нету. Понимаете? Ладно, нету. Я понимаю, все хорошо. Так, он мне передал документы, мне нужно узнать, могу ли я как-то этого пробить по штрафам Егора. А у меня уже это. Все, можете ехать. До свидания. Ой! Я не знаю, могу ли я вот брать, проверять как бы штрафы у таких вот людей. Типа вот, которые там на пассажирском сидят, типа. Я просто, ребят, не могу понять, могу ли я брать... Давайте за этим Алексеем поедем. Он, по-моему, когда-то был у нас ведящим, этот Алексей. Поехали за ним. В НС1 липач, быстро вызов закрыли. Докладываю СБ-14, нахожусь в погоне, поэтому... Чуть позже, конец связи. Остановился. Так, ну я вижу у него тонер, как бы это уже тоже на статью тянет. Олег, это ютубер, Владислав Липач. Что посрать?
Так, это, ребят, у нас главный врач ЦГБ Приволжска. Лол. Я думал то, что... Ну, он раньше был сидящим, насколько погнали, я знаю. Погнали, погнали к нему. Здорово, дружище. Брат, мы попали в видос. О, заебца. Там, кстати, подписчики, я так понял, были. Передаем привет. Так. А что это он делает, интересно? Увы. Владислав, вы видели это? Видел. Осуждаю подобные действия. Осуждаю. Я тоже осуждаю. Черная магия берет просто в мире, пропадает. Я не понимаю, как такое происходит вообще. Да вообще, негодяй. Колдун какой-то. Угу. К сожалению, тот Алексей у нас вышел. Ладно, давайте-ка поедем за следующим. Поехали-ка за этими. Вот реально. Ты чё, дружок? Дружок из Барбоска, где блять? Здравия желаю, еще раз. Вот мое удостоверение, предъявите, пожалуйста, ваши документики. У меня все чисто, давай, лебедь. Давайте отойдем на тротуар. Так, штраф у вас на сумму 6650 рублей. Пожалуйста, можете на дороге этого не вытворять? То, что я только что делал. Да, не слов, командир, с кем не бывает. На первый раз я даю вам предупреждение, в следующий раз будете уже как бы... Будет вам выписан штраф. Итак, ребят, открываем наш файнес, как обычно. И смотрим за... Ладно, поехать. Вот если у вас 21.09, то есть девятка, поехали-ка за ней. А вот, кстати, это и девятка, да? И, походу, она у нас УФК. Да, к сожалению. А я там вообще был и не заметил его. Ну ладно, повезло как бы челу, у него было достаточно много штрафов. Итак, ребята, продолжаю сегодня будний ДПС, уже для меня это второй день съем. Да, значит, я вот нашел какой-то москвистый город, скорее всего, это у нас очередной Хасанчик. Вот. Значит, и, кстати, у нас вот, как видите, вот изменились теперь мигалки, немножко не по-другому теперь выглядят. И мне надо найти вот данного гражданина на Святогоре. И, походу, я знаю, да, я знаю, походу, где он. Ой, блин, меня занесло, и вот я вижу, скорее всего, этого Хасанатора. Да, это он. Вот, приближу вам. Пытается меня подрезать, но я все-таки добавляю газу, когда нужно. Опа, на это у нас езда по встречке. Соответственно, это у нас угроза жизни людям. Ой-ой-ой-ой. Туда его чисто. Но я даже тут не буду ничего применять, потому что это заслужено было. Я надеюсь, он у нас сейчас не убежит. Куда он поедет? Дальше по встречке поехал, понял. Я, если честно, не удивлюсь, если он у нас выйдет по окончании погони. Ну, реально. Прям вообще не удивлюсь. Где он? Стоп. А куда он пропал-то? Значит, он у нас отлетает на форум. Вот есть какой-то этот перформанс. А куда он нас убегает? Куда она? Оружие убрал, блядь. Оружие убрал. А, она из захода в интерьер. Получается, тут у нас чел, так скажем, сегодня будет на форуме. Поэтому вот. Ладно, тогда будем искать следующего нарушителя. В общем, я так скажу, то что нарушителей нету, кроме этого, ну, таких нормальных, у которых много штрафов, типа. В общем, сейчас отправляемся за этим, который мы уже ехали, типа, за вот этим вот Светогором. Да. Все-таки мне хочется его догнать, может быть, это у него был реально случайный вылет, кто знает. В общем, сейчас посмотрим, поехали опять за ним. Здравствуйте. Здравия желаю, гражданин. Можно увидеть ваши документики, проверка на наличие штрафов. Зачем? Проверка на наличие штрафов. Вы не доверяете? Ну, гражданин, я не могу вам поверить на слово. Поверьте мне на слово, у меня штрафов нет. Не могу, гражданин. Я вообще... Не могу. Почему? С чем это связано? Ну, потому что я не могу вам поверить на слово. Вдруг вы там сейчас опасный нарушитель, у которого как бы, уровень розыска достаточно большой, и вы сейчас разыскиваетесь очень, так скажем, сильно. Нет. Я вам я говорю, не могу вам не поверить. Так. Ваш документ. Извините, сотрудник. Да оставьте вы его, что вы. Даже? Так, гражданин, ваши документики. Ну, для чего я же вам говорю, у меня ничего нет. Я не могу вам поверить на слово. В случае отказа вам будет выдан розыск по статье 16.5 УК. Дай ему документики. Ладно. Так, к сожалению, он у нас уехал. Ну, ладно, отправляемся за ним в погоню. В принципе, я хочу погоняться. Плюс это контент на мой канал. Это у нас подрезы.
Ой, не откинуло. За то, что не лагает. Ладно, он у нас, кстати, перевернулся. Что очень хорошо. Так, это у нас БХ при погоне. Что наказуемо. А что по тайзеру? Наконец-то. Так, быстро его наручники. Так, гражданин, вы задержаны по статье 16.5 УК РП в случае... Да быстрее веди до меня, надоело уже. Вы задержаны по статье. Так, наконец-таки можно... Как мужчина не мог выйти да с машины, только с машины там что-то шмаляет меня. Своей пипиской, блин. Знаете, прыгать тоже запрещено. У тебя на обид... у тебя просто обидка на меня висит, да и все. Так, гражданин, ваши документики где находятся? Либо ваши фио просто. Мои документики находятся в правой руке. Так, гражданин, вы были лишены водительского удостоверения на 4 года по статье 4.3 УК КУАП РП. Очень приятно это слышать. Спасибо вам большое за... Да, очень приятно. Так, о, сотруднику УВД, здравия желаю. Даже? Можете вот переводить розу данному гражданину, серия паспорта 260. По статье 16.5 УК РП. Зачем мне вот делать розу? Можете розу в свою жопу засунуть, если хотите, я вам разрешаю. Себе можете в очкову засунуть. Какой 16.5? Я тебе сейчас записку засам. 16.5 УК РП не починили сотруднику полиции. Так, вопрос у вас не имеется, все добро. А, стоп, давайте я сюда делать, что довезу. Давай, дергай, дергай. Кипези. Кипези. Все, посадили. Ну, давайте, пока. Нарушителя. И лишили его вправ. Что очень хорошо. Здравия желаю, гражданин, можно убить ваши документики, проверка на наличие штрафов. Так, гражданин, штраф у вас не замечаю. Пожалуйста, откройте дверь, замеряем тонировку. Вы же сидите снимать тонировку? Ладно, хорошо. Тогда я вас отпускаю. Пожалуйста, вот снимите сейчас тонировку. И не нарушайте ПДД. Все, добро. Так, ладно, в общем, отпущу его, потому что, ну, вижу, чел нормальный попался. И будем на этом заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был, как обычно, Флоди. Всем удачи и до скорых встреч.